Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Ну что ж, ребята, я вам хочу показать этот грандиознейший парк, который мы отстроили. Он просто огромен. Большое спасибо нашему подписчику, который нам все это сделал. Ссылочка будет в описании, обращайтесь к нему, он может помочь. И что я вам хочу рассказать? Просто практически все динозавры, которые только есть здесь, почти все прокачанные. Но самый мощный у нас, конечно же, птеродактиль. И у нас две штуки шестизвездочных. Две штуки, ребят. И знаете, для чего это сделано? Для того, чтобы победить нашу Омегу 09. Мы не сдаемся. Мы никак не хотим сдаваться и хотим все-таки вздернуть эту Омегу и победить ее. Но, ребятки, побеждать мы ее будем чуть позже. Надо немножко раскачаться. Чтобы поднабраться, так скажем, терпения и сил. Так, давайте, знаете, что сделаем? Зайдем в схватки, и у нас как раз сейчас есть событие для VIP статуса. Легендарная схватка. Вот здесь вот любой динозавр требуется, и зайдем в нее. Так, ну что, возьмем наших птеродактилей. Так, Эхистега, подожди, у меня птеродактили два должно быть. И кого возьмем? И Саркозуха, давай к нам. И попробуем сразиться против вот этого соперника. Стоит это 100 VIP монет. Погнали. Чисто такая разминочка, так скажем, перед боем с Омегой. Разогнаться немножко. Так, ну что, противник у нас сильный. Противник у нас весь шестизвездочный, так же, как и мы. У нас одна есть возможность. И, ребятки, здесь, короче, очень нужно грамотно продумывать тактику. Смотрите, у меня есть одно нападение на 1945. На 1945 урона я могу нанести этому скафагнату. Я попытаюсь это сделать. Нажимаем атаку. А скафагнат, видите, он может нанести 480. Это видно вот прям под хелсами. А вот здесь у нас, кстати, у Найзавра преимущество. Вот, кстати говоря, надо было ставить блок. Но блока мы не могли поставить, потому что у нас не было очков входа. Вот сейчас у нас есть очки. И я думаю, использовать два в атаку, да. Давайте сделаем так. Есть. И он не поставил блок. И мы использовали два в атаку. И положили его. Ну что ж, в принципе, никакой трудности в этом нету. Смотрите, у нас Птеранодон, у нас атака 581. 581 атака, а у нас 1818 жизни осталось. Ну, короче, Птеранодона прям все в дамаг. Он ставит два щита, и как раз мы его прям выносим. Видите, здесь просто чисто тактика. Цифры все есть, больше-меньше урона они нанести не могут. То есть, по факту, мы все цифры видим и можем просчитать уже все наперед. На много шагов вперед. Так, ну что, я думаю, что еще одну игру мы пройдем. Посмотрим, что, кстати говоря, что нам даст-то это вообще прохождение. Оно нам поможет. Так, Эхистега что-то прям просится в бой. Я не знаю, она прям стоит первая. Так, поехали, еще один бой. Шестизвездочный соперник. Так, ребятки, единственное, не разобрался, что значит вот эти вот фиолетовые звезды. Пожалуйста, если вы в курсе, напишите мне. Потому что играю уже долго, пока еще не скрещивал. Так предполагаю, что это скрещенные динозавры. Наверное, так и есть. Так, ну что, птеродактиль против птеродактиля. А, 21 хелс оставил, нифига себе. Вот это, конечно, огонь. Так, что мы будем делать-то? Знаете, что мы сделаем? Мы сделаем одну атаку и защиту, потому что следующий, который придет сейчас, будет атаковать по-любому. По-любому просто будет атаковать. Так, птеродактиль сдох.
И приходит Траадон. Траадон нас сразу атакует, наверняка. Да, он тремя атаками нас атакует, и птеродактиль бом, канул в лету. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Кстати говоря, очень мощный. Смотрите, у него атака 1000. Но он наверняка не выдержит вот против вот этого. Против трех атак он поставит наверняка блок. А нет, блока у него нету. Так что мы спокойно нанесли 8000 урона. И что? А, блин, зачем я сразу 3 поставил? Хотя, в принципе... Не, все отлично, все отлично. Так, 4 дамага, и мы побеждаем в любом случае. Он не сможет отразить такую атаку. Супер! Супер, наш птеродактиль прям зверь. Ну что, ребятки, попытка номер 3, как говорится, против Омеги. Попытка номер 3 против Омеги. Так, ну что, заходим, пока испытание еще. Так, почему, объясню, почему мы так быстро все развивались и попросили помощи подписчика, чтобы пройти эту Омегу. Прям она нас, ну прям взбесила. То, что она так быстро восстанавливается из нокаута. И у нее есть 3 попытки. Так, берем 2 птеродактиля и саркозуха нашего. Вот это наша боевая команда, у них максимальный дамаг. Ну что, Омега, держись. Мы идем к тебе. Так, надо грамотно все продумать. Так, смотрите. Сейчас я думаю, знаете, что сделать? Я думаю, пока пойдем в защиту. Хоть он и не будет ходить. На всякий случай берем защиту. Мы ее благополучно похерили. Так, и знаете, что я сделаю? Я сделаю сейчас 2 атаки. И мы отнимем у него почти все жизни сейчас. Нет? А почему мы не отняли у него все жизни? А, так. Я вроде 2 атаки делал. Так, одна атака у нас отнимает 1945. И вторая атака отнимает... Так, видите, у нас тут сразу дамаг. Сразу видно дамаг. 4668. Если мы еще одну применим, то будет 8000. Но нам это не надо. Мы одну атаку забираем. Возможно, он не сделает блок, и он его не сделал. И мы его отправляем в нокаут. Итак, мы вышли на второй этап, на второй уровень, уже с полными жизнями. Так, и сейчас он, возможно, будет... А, нет. Так, ребятки, у нас есть 5 атак. И 5 атак у нас нанесут ему. Так, 5 атак у нас нанесут наверняка. Хотя он может поставить блок. Хотя он может поставить блок. Что, наверное, он и сделает. Но поставит блок всего... Так, давайте сделаем так. 3 атаки. Блин, надо сделать 4 атаки и блок. Вдруг... А вдруг он не поставит блок? 2 блока. Блин, надо было делать 5 атак. Тогда мы прям нокаутировали его. Ну ничего, у нас есть один блок. И он делает наверняка... А, нет, он засейвил. Ух, ёлки-палки. Против этого мы точно не устоим. Так, ребят, птеродактиль один просто ушел в канул в небытие. И у нас 4 атаки. Я все использую в атаку просто. Все, сразу же. 3 атаки. И мы его нокаутируем второй раз. Есть. Омега нокаутирован на второй раз. И сейчас нужно очень грамотно продумать, как мы будем дальше действовать. Как мы будем дальше действовать. Видите, стараюсь... Блин, 3 атаки. Надо было не птеродактиля брать. Блин. Чёрт. Ух ты, ничего себе, у нас у саркозуха есть бонус, блин. Он красавчик. Я использую все в атаку. Что ж мне делать-то тут еще? Больше мне нечего делать, он накапливает. Он... А, и 5 атак, и все. Сарказуха нету. Да, ребятки, вот так, короче. Можно. Не, можно, в принципе. Его можно, в принципе, победить. Надо просто грамотно. Грамотно, короче, надо... Вот рекорд, видите, 23 тысячи нанесенного урона. А предыдущий раз у нас было, кажется, 15, если я не ошибаюсь. Видите, немножко поднабравшись опыта, поднабрав
хороших динозавриков, можно все-таки как-то его и победить. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих сериях. Спасибо. Пока.